Всем привет, с вами Эмин, и сегодня мы поиграем в Slab на сервере HFMC. Ну что ж, давайте начнем. Так, сейчас наш профессор придет, и смотрите, какая тут будет крутая анимация. Тут без разговоров. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Так, ребята, в общем, начинается наша рулетка. И первая игра с Plague. Breaking Blocks. Breaking Blocks. Unbreaking Blocks. И Electric Floor. Так, в общем-то... Нет, Breaking. Все-таки я правильный. Breaking Blocks. И смотрите, какая тут анимация. Просто нереально крутая. И все, мы начинаем первую игру. Тут, в общем, надо остаться на поверхности, не упасть в самый низ и заставить остальных упасть вниз. Так, сейчас быстро. А, блин, я забыл взять свою лопату. И сейчас первый пошел. Первый пацан уже внизу моими руками. Все, второй тоже там. Очень быстро все упали почему-то. Так, там, вон там можно их скинуть просто. Нет, нет, пацан, не надо, не надо, пацан. Этого не надо делать. Вот так бежим сейчас. У него под ногами можно блоки удалить просто. Потому что сейчас... Ага, еще один упал. И на самой верхней полке остались мы вот с этим пацаном. С тем вот. Все, он тоже упал. И остался вот этот пацан. Вот на желтой полке. Фух, ребята, это просто полнейшая жесть. Хотя бы не упасть и быть на первом месте. Это будет очень нереально круто. Так. И сейчас вот так. А, ребята! Вот я упал в второе место. Пацан смог все же меня столкнуть и вниз. Столкнуть вниз. И, ребята, destroy match, блин. А, да, все, ребята, я знаю, что за игра. В общем, сейчас нам дают эти лопату, в общем, кирку и... Топор надо будет очень быстро ломать блоки. Тот, кто больше всего блоков взорвет и соберет, тот и победитель. Так, пацан, да отстань от меня. Пускай я сам свои дела буду делать. Да блин, как я ненавижу таких людей, а? Вот, быстро сейчас ломаем это землю, потому что... Оно очень легко, в общем-то, очень легко собирается. И потом, так, золото очень хорошо. И теперь очень быстро снова ломаем вот тут. Так, очень хорошо ломается все. И... Я пока что... Меня пока что нету в топе почему-то. И давайте-ка мы быстро соберем вот тут. Вау, пацан просто нереально. Нереально легко он добрался до этого золота. И тут тоже золото. Вау, золото снова отрегенилось. И давайте быстро надо все копать. Так, тут очень быстро надо... ТНТшки поставить. Возможно, кое-что нормальное я найду. Ну, третье место очень хорошо. Второе, потом третье. Возможно, и я попаду в топ игры. И тут Electric Floor, который я тоже очень хорошо знаю. Тут, в общем-то, стекло все время, когда на нее находишь, то оно становится сначала синим, потом сиреневым, потом красным. И тогда, когда наступаешь на красный блок, тогда тебе
как будто током ударяет. И, в общем-то, ты проигрываешь. В этом и есть весь смысл. Вон там пацан уже умер. Так, сейчас я попробую... О, блин, ребята, очень трудно сейчас сконцентрироваться, потому что, ну, запись еще. В общем-то, сейчас попробуем немного быть осторожной и не умирать просто. Так, очень хорошо пока что дела идут. И тут пацан снова выходит передо мной. Этого делать не надо, пацан, я этого не просил. Так что, так, проходим очень легко пока что. Но вот тут уже проблемка есть. Вот так проходим. И остались мы трое, походу. Или двое вообще. Все, ребята, я на первом месте. И, возможно, я сейчас буду иметь какое-то место в топе. Так, ребята, я на первом месте. Ребята, это просто полнейшая жесть. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Если хотите больше лабов, то... если хотите больше лабораторий, то... давайте наберем много лайков. Много лайков равно еще одна серия лабораторий. Ну что, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал. И не забудьте, что мы увидимся в новых видео. До встречи!